их уязвимости в обмен на вознаграждение. Сумма вознаграждения назначается индивидуально. Чем серьезнее обнаруженная дыра, тем выше премия сообщившему о ней эксперту. Далее в нашем эфире новости. Британские ученые доказали. Ну куда? Туда поедем. Посмотрим. Что, зашли в машинку, заедем? А ты хочешь шлифовать фанеру? Ну, все равно придется края шлифовать, еще что. А, ну вообще-то да, давай заедем.